Алоха, криптовалютчики! Рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня хочу рассказать вам про интереснейший стартап под названием Capital Technologies and Research. Давайте разбираться, что это такое. Это первое децентрализованное решение для приватных коммуникаций, для частной связи, иначе говоря, русским языком. Что ж, мы с вами видим, что CrowdSell в полном разгаре, проект собрал уже более 9 миллионов долларов. Давайте попытаемся понять, в чем же основные его фишки, что это такое. Если вы любите читать о проектах в СМИ, открывайте Switzerland Post, New York News Journal, South African Bulletin, San Francisco Post и многие другие. По всему миру уже упомянули о Capital Technologies and Research. В чем же суть? Видение команды заключается в том, что интернет развивается очень серьезно. Компьютерный мир сейчас взял главенствующую, так сказать, роль на себя. Коммуникации все в интернете. И нужно уровень взаимодействия тоже совершенствовать. Нужно его совершенствовать. Соответственно, будет и уже создается платформа. Платформа конфиденциальности, которая оценит пользователей и предоставит им кроссплатформенные решения, которые будут доступны как в веб-версии, так и на Android, на Apple и, конечно же, на платформе Windows. Вы сможете, как пользователь, защитить свою личность благодаря технологии блокчейн. Вы сможете сделать так, что вы, как пользователь, без проблем будете проходить идентификацию, но больше никому информация про вас доступна не будет благодаря использованию мультирандомных случайных узлов. Вам будет доступна при всем при этом связь в режиме реального времени. Все данные будут зашифрованы криптографически, размещены в разных местах, на разных серверах, на разных узлах, которые будут передавать их по сети. Но, тем не менее, будут дешифровать их. То есть никто не сможет вашу конфиденциальную информацию украсть. Ну и, конечно же, будет интегрирована Smart Payment, умная платежная система. Узлы получат свободу выбора, а операторы смогут назначать и устанавливать свою собственную цену в соответствии, в зависимости, пропорционально их аппаратному вкладу. Вот так вот. Смотрите обязательно видео от разработчиков. Ребята все подробно рассказывают. Рекомендую вам. Legal Opinion — это кому нужно. Кто любит юридические документы, у них есть CrowdSell Paper. Информация про токен здесь. Вся информация про токен Sell. Это, конечно же, для инвесторов. Или для общего ознакомления. И Technical White Paper. Технический документ, где описано, каким образом команда создателей детища Capital Technologies and Research собирается реализовать все, что задумано. У них на сайте есть дорожная карта. Видим, в июле начался токен сейл, тест нетворк в сентябре, приватные коммуникации уже в ноябре этого года будут реализованы. Немножко отладят они сеть к декабрю, следующий год будет полон на события, запуск Main Network, основной сети, Hard Fork, также все уже, пользовательская прошивка для Android появится, полноценная версия на операционную систему Android, приватный Marketplace, альфа-версия Android Marketplace будет запущена в сентябре, публичный Marketplace появится уже в декабре. И исследование технологий IoT, интернета вещей, начнется в 2020 году. Дальше они уже там обновят всю информацию. Почитайте про токены. Будет выпущено два токена Capital и Capital Gas. То есть Capital Gas будет вознаграждать операторов узлов частной передачи данных между пользователей. А Capital будет вознаграждать операторов узлов для установления, так сказать, частных маршрутов, private route, приватных шлюзов между и непосредственно юзерами. Токен distribution у них на сайте указано. Почитайте обязательно про членов команды. Серийный предприниматель Адриан Маринеску с большим опытом.
человек, который занимается программированием, сетевым администрированием в Румынии, родом из Румынии, Маринеску Виктор, также разработчик приложений, инженер, технолог, архитектор разнообразных решений, создатель системных архитектур. Ну и многие-многие другие. У них такая серьезная команда с большим опытом, уже неоднократно проявившая себя в многочисленных стартапах. Видите, у них и советники имеются. Можете посмотреть фотографии, где, как, что. Они скрывают свои лица, что, кстати, очень приятно. У них есть партнеры iPearl, iPearl, Hostero, а также многие другие. Репарати, Декалькуляторы и прочие компании. Планируют они заключить партнерские соглашения Source, планируют заключить Signal.org, Code Aurora, Qualcomm. В общем, поскольку компания технологическая, исследовательская, конечно же, им нужно непременно развиваться. Что ж, друзья, следите за обновлениями, посещайте их сайт, и до новых встреч, друзья.